Барнаульский гусарский бал когда-то так и выглядел. Черные фраки, длинные пышные платья весом до 5 килограммов и, конечно, быстрая музыка. В Библионочь сказка про Золушку из книги перекочевала в реальность. Бал организовывали, опираясь на официальные исторические источники, а в них описаны не только танцы. Веселая игра про комплименты, потому что на самом деле в обыкновенной жизни мы не так часто говорим комплименты друг другу. Но сейчас у нас есть возможность посмотреть на свою даму, сказать ей что-то приятное. В другом конце Шишковки учили перевоплощаться уже не в гусар, а в библиотекарей. Здесь можно было составить книжное описание согласно образцу, выслушать заумные шутки и освоить особый почерк. А это у вас пошло сюда, у вас должно быть вот так. А тут не 4, головка. Манера письма библиотекарей всего мира одинаковая. В ее основе лежит телеграфный почерк Эдисона. Почерк библиотечный отличается чем? Тем, что он простой, он прямой, в нем нет никаких вычурностей. И все размечено. То есть то, что приятно, то, что глаз лучше воспринимает, в библиотечном почерке это как раз и отражено. А тех, кто предпочитает не писать, а читать, провели по архивам краевой библиотеки. Сейчас я на экскурсии по книгохранилищу. Тут действительно, мне кажется, тысячи, если не десятки тысяч книг. И такая немного зловещая атмосфера. Такое чувство, будто где-то тут бродит призрак. История Шишковки началась 135 лет назад. За эти годы библиотека пережила революционные погромы горожан, стала одним из центров исторических архивов об Алтае и собрала внушительную коллекцию необычных книг. Это тканевый переплет. Московской шелконабивной фабрикой сделан переплет. Даже вот прикоснуться его почувствуете. Как раз такие экземпляры, по легенде, охраняет дух горного инженера. Появился я давно, в позапрошлом веке, и уже как полста лет. Я в библиотеке. Не обошлось также без гаданий, поэтических вечеров и лекций. Всего более 30 активностей для любителей литературы. Библионочь прошла не скучно. Мы должны вытягивать карточки так, чтобы они совпали. Если не совпали, то нужно запоминать, чтобы вытянуть потом. Если мы угадывали, значит, сотрудник библиотеки рассказывал нам, что на этой карточке, какой человек, какое здание. Было очень интересно, спасибо большое. Также были традиционные ярмарки и даже благотворительная акция «Книга в дар». Свое издание отдай библиотеке мог любой. Желающих набралось много, и фонды главного книгохранилища края в Библионочь пополнились еще больше. Данил Кузнецов, «День с толком».